Сотни автографов, море улыбок и теплая атмосфера общения. В Самаре прошла творческая встреча с народным артистом России Сергеем Безруковым. В его фильмографии более 100 кинолент. Актер получил широкую известность после выхода сериала «Бригада». Там он сыграл криминального авторитета Сашу Белого. Также зрители знают Безрукова по роли сельского полицейского из телесериала «Участок», пророка Иешуа в экранизации «Мастера и Маргариты» и Сергея Есенина в многосерийном фильме «Есенин». Актер встретился со студентами Самары. Целый вечер он шутил, рассказывал о кино и театре, цитировал любимых писателей. Пора опять гармонии упьюсь, над твоим ослом слеза обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Александр Сергеевич Пушкин. Пообщаться с актером пришли больше сотни человек. Это учащиеся колледжей, вузов, активисты молодежных движений. Одни уже готовы крепко связать свою жизнь с театром, другие только знакомятся с миром этого удивительного искусства. Самые смелые приготовили вопросы. Сергей Безруков не только ответил на них, но и преподал парочку жизненных уроков. Главный его совет был очень правдив. Я на самом деле тоже придерживаюсь этого. То, что время идет, оно не стоит на месте. И нужно делать все здесь и сейчас, не откладывая на потом. Потом просто не успеете. Организаторы отмечают, вечер студентам точно запомнится на всю жизнь. Для кого-то встреча со звездой вчера была еще мечтой, сегодня это уже реальность. Когда мы вживую видимся с человеком, мы можем из первых уст узнать, что он чувствует, его эмоции, его настоящие посылы, конечно же, такие встречи, они очень мотивируют и вдохновляют на дальнейшую работу. Я уверена, что у ребят сейчас горят глаза, они заряжены творить и работать на благо развития нашего региона. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.